он встречался. И следующим его соперником будет Балдан Цыжипов. Ну, видимо, Балдан Финнаты. А вот Комеил Ghasemi. Двукратный призер Олимпийских игр. И молодой парень, да? Ну да. На ковре начинаются поединки 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Айсен Потапов, Христофор Потапов, Геннадий Кудинович из Германии, Комеил Ghasemi. На ковре три борцы весовой категории 29-9 килограммов. Борьба 1/4 финала. 125 килограммов. Мы ждем возобновления 61 килограмм. Сейчас в больших весах не так много участников, поэтому уже стадия 1/2 финала вышли, да? Анзор Уришев там, других 92, 125. Победитель международного турнира в Тбилиси 2018 года. Ghasemi выиграет и в полуфинал попадает. Встретится он с победителем пары Инкар и Саидов. Учительница заслуженного тренера Советского Союза Дмитрия Корковича Коркина, Мария Георгиевна Старучкова. Они могут встретиться уже в полуфинале. Да, интересно будет. Заидов. Где полуфиналы все интересны будут. Мария Георгиевна Старучкова. Импонирует, что вот Комеил Ghasemi очень ярко работает. Сразу, да, пытается выиграть. Сразу же свой превосходство показывает на ковре. 8-0 же ведет эту схватку. Ну, так, он уверенно чувствуется, что на самом деле к чемпионату мира готовится. Да, хороший старт в форме, да, да, себя подводит, да? Да. Надо уверенно выигрывать, чтобы на чемпионате мира тоже показать себя. Брать медали. С каждой победой сил прибавляется спортсменам тоже, да? Конечно. Даже уверенности, все. Уверенности, сил добавляется. И прочувствует ковер. Все. 12-0.